I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Hi, people, с вами Вика. Я надеюсь, тебя не будет смущать этот телефон, так как на улице очень шумно. Совсем скоро грядет замечательный праздник Хэллоуин, поэтому в этом видео я покажу тебе один вариант идеи своего костюма на Хэллоуин. Я надеюсь, тебе понравится это видео, так что подпишись на мой канал, поставь палец вверх под этим видео, и мы начинаем. И давайте приступим к макияжу. На самом деле здесь все очень-очень просто. Мы рисуем простой наш ежедневный макияж, можем добавить стрелочки. Главное то, что мы нарисуем вот здесь вот и вот здесь вот радугу. Так что давайте приступим. Я сейчас буду смотреть в зеркало, так что в кадре я смотреть не буду. Вот. Для начала я использую тональный крем Make Up Forever. В дальнейшем название марок продуктов я буду писать где-то вверху или внизу на видео. Далее я использую бронзер, также им я контурирую лицо. После этого я использую базу под тушь, а затем саму тушь. Теперь переходим к гриму. К сожалению, нормальный грим у меня появился только после съемки этого видео. И в самом начале я пробовала рисовать именно тем гримом, который у меня был до этого. Но все, что у меня им получилось сделать, было неярким, размазанным и неаккуратным. Поэтому я прибегла к тяжелой артиллерии. Я достала свои акриловые краски и попросила помощи зала. На самом деле, мне безумно повезло, что дома у меня оказалась кигуруми единорога, но это совершенно не обязательно. Ты можешь одеть что-то светлое, розовое, милое, также из картона сделать рог, и все будет замечательно. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Напиши внизу в комментариях, в каком костюме на Хэллоуин придешь именно ты. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!